Red Hot Chili Peppers удостоены звезды на Голливудской аллее славы. В церемонии приняли участие басист Фли, ударник Чет Смит, вокалист Энтони Кидис и гитарист Джон Фрушанте, с возвращением которого в группу в 2019 году она вновь приобрела классический состав. Награждение было приурочено к выходу 12-го альбома Red Hot Chili Peppers Unlimited Love, который поступает в продажу сегодня.